Сейчас мы проводим дегустацию двух сортов: Щелечинская 2 и Добрыни. По размеру вот они, вот их соотношение. Добрыня до 7 грамм, Щелечинская 3-3,5 грамма, где-нибудь до 5 грамм. Сорт Щелечинская — эталон для смородины, он сладкоплодный, урожайный, ранний. Добрыня, она по количеству ягоды дает чуть меньше, но ягоды сами по себе очень крупные, сладкие и отличаются от Щелечинской своим среднепоздним созреванием. Ссыпаемости у этих сортов нету, Добрыня более продолжительно висит на ветвях.